Всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас на разборе Volkswagen Touareg 2004 год, двигатель 3.2 бензин с пробегом 218 тысяч километров. У автомобиля проблемы с двигателем, очень сильно дымит. Попозже вам это продемонстрирую. Давайте с вами пройдемся по кузову, посмотрим, в каком состоянии к нам он прибыл. Диски в хорошем состоянии, будут продаваться, следите на нашем сайте. Резина состояния, шипы частично отсутствуют, но остаток хороший, тоже будет продаваться по очень хорошей скидочке. Резина у нас зимняя. На капоте была у нас защитная пленочка. Пленочка превратилась в такую историю. Все нужно оттирать. Фары у нас с обеих сторон мутные. По бамперу с левой стороны решеточка разбита. Отражатель тоже разбит. Хром на самой решетке у нас облазит. С правой стороны у нас все целенько стоит в зазорах. По капоту. Капот у нас тоже ровненький. Никаких вмятинок ничего не видно, только за исключением вот этой пленочки. Лобовое стекло разбито, имеется люк. Люк полностью работает исправно. Крылья пластиковые. Правое крыло в хорошем состоянии. Зеркало с повторителем. Здесь у нас все целенькое, не разбитое. Зеркальный элемент у нас также целенький. Дверца передняя правая ровная. Замки дверей всех работают исправно. Дерево почти как и на всех Touareg'ах в печальном состоянии. Видим, кнопочка у нас затерта сильно. По низу двери у нас все хорошо. Салон в таком состоянии. Затерто, что сильно будет у нас затерто, в продаже этого не будет. На торпеда от солнца начала расходиться. Крышка подушки. По акту проверки имеем такие данные. Двигатель BAA. Задняя правая дверца имеет такую неприятную царапину с вмятинкой, переходящая на крыло. Также открывается обшивочка в таком состоянии. Кнопка затерта, дерево с трещиной. По низу здесь уже дверца начала у нас цвести. Видим, что тут уже краска отвалилась. Задний ряд сидений сделали такую систему подачи питания в автомобиль, так как у нас она без аккумулятора не работает, машинка. Крыло, соответственно, я показал уже, что у нас имеется большая вмятинка. Сзади справа наружный фонарь разбит, внутренний, внутри отражатель тоже у нас рассыпался. Видим грязь внутри самой фары. Здесь у нас трещинка. С правой стороны бампер стоит в зазорах. В принципе, здесь у нас видны следы. Или ремонтировали, или просто сюда был ударчик небольшой. С левой стороны бампер у нас стоит четко. Фонарь внутренний с левой стороны в хорошем состоянии. Наружный чуть-чуть грязноватый внутри. Крышка багажника, имеется вмятинка. Также рыжики у нас по углам, царапины. И под фонарем тоже имеется у нас такая неприятная история. Откроем. Автоматически дверца у нас открываться не хочет. Приходится ее держать руками. Механизм у нас не работает. Обшивки багажника в таком печальном состоянии. Дверца у нас очень тяжелая. Заднее левое крыло. Здесь сколы, болячка, вага. Но в остальном ничего критичного у нас нету. Задняя левая дверь. По низу видим, подмазывали тоже скольчики. Рыжики полезли. И по самой каемке двери у нас тоже здесь краска облупилась. Кнопка также затерта. Дерево целое, но имеются такие притертости неприятные. Водительская дверь. Вокруг ручки тоже коррозия. С внутренней стороны все отлично. Дерево также с трещинами. Кнопки затерты. Водительское сиденье в печальном состоянии. Сидений, возможно, даже и в продаже не будет. Давайте сразу откроем капот. Произведем запуск. Автомобиль у нас запустился, но он очень сильно у нас дымит. Заглянем под капот, послушаем.
Двигатель у нас работает нестабильно. Видны запотевания в районе клапанной крышки. Присутствуют двигателя посторонние звуки, поэтому, скорее всего, мы его просто разберем. Сейчас прогазую. Посмотрите, насколько сильно он дымит. Дымит как из-под капота, так и сзади у нас огромный столб дыма. Масло просто автомобиль у нас выплевывает. Давайте сразу же, наверное, с вами попробуем вперед-назад тронуться. Включаем драйв. На драйве автомобиль пытается ехать вперед. Также включаем заднюю передачу. На задней передаче автомобиль у нас тоже едет. Включаем паркинг. Усилитель руля работает исправно. Никаких вопросов к усилителю у нас нету. Проверим сразу люк. Люк у нас тоже работает. Все открывается. Все работает. Здесь у нас дисплей пиксель подбит один. Также у нас на отопителе правый дисплей не показывает температуру. Включаем печку на максимум. Присутствует вибрация с моторчика отопителя. Направление обдува у нас слышно, что меняются. Заслонки работают исправно. Аварийная сигнализация работает. Стеклоподъемник передний левый работает, передний правый не работает. Задний правый работает исправно. Задний левый также работает исправно. Центральный замок срабатывает, мультимедиа штит нештатная, поэтому мультируль у нас не работает. На панели приборов все отображается. Аварийная сигнализация. Выключаем правый, левый повторитель. Омыватели работают исправно, насос гудит. Сзади у нас тишина. Обогрев сиденья водительского тоже работает исправно. Регулировка зеркал правого работает. Здесь еще сам джойстик у нас сломан, поэтому очень нужно сильно на него нажимать. В целом работает во всех положениях. Видим, повторитель у нас в зеркале тоже работает. С левой стороны повторитель в зеркале работает. С левой стороны зеркало также у нас регулируется во всех положениях. Нигде ничего не закусывает, не заедает. Ножной стояночный тормоз у нас неисправен. Он у нас пустой, не работает. Бардачок открывается, дерево здесь у нас тоже все в трещинах. Дефлекторы воздушные, центральные целые, по бокам тоже целенькие. Плафоны салона. Видим, что пытаются переключаться. Ну-ка, левый, правый и общий. Все работают они у нас исправно. Регулировки режима подвески. Видим, что на информационном дисплее показывает информацию. И видно, что мерцает сам информационный у нас дисплей. По какой причине, неизвестно. В остальном у нас все параметры, все показано. Включаем механический режим. Автомобиль у нас дергается. Передачи у нас не переключаются. Так, коробка включила на вторую передачу. Еще раз переключила. Переключает без посторонних пинков, звуков. В целом переключает хорошо.
коробка переключила, еще раз переключила, переключила с маленьким пиночком, еще раз переключила, уже переключила хорошо. Подвеска у нас гремит, гремит сильно, как спереди, так и сзади посторонние звуки. Все, коробка у нас начинает чуть-чуть подбуксовывать, высоко держит обороты, долго думает и только тогда уже переключает. Возможно, конечно, это связано с двигателем, с его неисправностью. Еще раз попробуем. Переключила. Переключила без пинка. А я вам напоминаю о том, что мы выпаем любой автомобиль и в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой и выгодной для вас цене. Находимся мы по адресу город Тюмень, улица Тимофея Чаркова, 8, строение 8, авторазбор «Гидрач».